знакомимся с новыми людьми почти каждый день. Это может произойти на конференции, на вечеринке, в транспорте или лифте. Новый начальник или новые подчиненные, новый контакт в интернете или участие в конкурсе, собеседовании, презентации продукции – везде необходимо представиться. После слов приветствия и своего имени всегда встают вопросы. Кто вы? Чем вы занимаетесь? Рассказ о себе должен звучать естественно, как бы спонтанно, вызывая положительные эмоции и представляя человека в наилучшем свете. Не так ли? Ведь каждое новое знакомство – это будущие возможности. Следовательно, ответ на вопросы «Кто я? Чем я занимаюсь?» должен привлечь к вам людей, сделать их вашими союзниками и единомышленниками. Вы умеете кратко и в доступной форме рассказать незнакомцу о себе и своей деятельности? Узнайте правила и маленькие секреты. Получите ценные рекомендации и бесценный опыт на бесплатном тренинговом интенсиве «Как представиться достойно и привлекательно».